Ада Шмидт поэтическими союзами, брачными узами, мысли медузами, на горячие камни брошенными сохнут. Я рушу, но не с тем, кто гнется, ломается вдруг. Такие, как я, стреляются вдохновленно и большая, круглая, человеческая морда смотрит ласково и влюбленно. Такая, что хочется выбить. Это из тех одиночеств, которых не выгнать, не выбить. А я хотела. Это тело уже никакой согреется, ни гонораром, ни лирой. Глупо надеяться на спасение этого мира. Глупо что-либо ставить ему. В воскресенье девочка с камнем на шее идет как я его даже чувствую секрет. Когда вещают любовь одна, и утверждают, что одно ром, что не вокзальная тишина, в моде бросаться в буйство, а хрупкие милые чувства лупиться лбом, ходить только прямо, упрямо и напролом, и это все называть искусством. По пути одному никому не похвастаться временем, потраченным мудрым столом, сплошным пустой потерянным. А я смотрю на тебя подолгу. Я верю однажды сверху. Когда начнется большая сверка за что это чувство, Саша? Эти чувства подпори спилены. Извини, давай, напряги спилены. Почему? Давай, набирайся опыта. Выбирайся из мира в мир. В этом городе вновь стопнут все доверяет дыхание, только город, здешний, обалдевший от затишины зимы. Народ, это в сером городе, и я, мой город, имя теперь. Купляются складки губ на линзе, заготовки морщин. Я любила мужчин, а он... Цветы боятся табачного дыма и грубых рук. Им никто не друг, не хозяин. Они не знают ни ласковых, ни своих. Из чего вы хороший взяли? Из чего вы взяли, что я из них? Великие те, что казалось бы, если бы не
Открой глаза.